Как благоустроить родной школьный дворик, знают ученики Красноярской школы номер 76. На защиту проектов приехал глава города Эдхам Акбулатов. Авторы идей – учащиеся 6-11 классов. Одни из них мечтают сделать музыкальную гостиную под открытым небом, другие – украсить забор детскими рисунками к юбилею Свердловского района. Идей много, но главное – ребята хотят сделать территорию привлекательной для всех жителей округи. Некоторые проекты дети сумели воплотить в самой школе. Здесь маленькие дизайнеры преобразили столовую, украсили колонны, сделали уголок отдыха в месте, которое обычно пустовало. Эти манекены в роскошных нарядах, которые шили сами ученики, установили в холле на втором этаже. Здесь как-то дополняется экспозиция или появляются новые поделки? Да. В этой школе прошло заседание экспертов конкурса «Самый благоустроенный район города». Члены городской комиссии собрались в учебном заведении, поскольку планируют уделять большее внимание инициативе молодых. В этом году, благодаря господдержке, проект выходит на другой уровень. На благоустройство российских дворов и создание комфортной городской среды в федеральном бюджете предусмотрены 20 миллиардов рублей. Ожидается, что в Красноярске денег хватит на благоустройство почти 20 дворов и общественных пространств. Мы рассчитываем, что этот год это будет годом масштабных работ по преобразованию городской среды как во дворах, так и на территориях скверов, парков. Это будет конкурс общественных инициатив, в котором должны победить проекты, которые наиболее продуманные, проекты, которые подразумевают активное участие горожан в реализации этих проектов. Положение конкурса несколько изменится. Появятся две новые номинации – «Лучший спортивный объект» и «Лучшая территория вузов». Об изменениях можно будет узнать на сайте городской администрации. В 2016 году жюри конкурса «Самый благоустроенный район» получило почти 4500 заявок. В этом году ожидается еще больше. Валя Шарыпова, Артем Струговец. Новости.